Так, дорогие друзья, вчера мы застряли на покрышке. То есть пытался быстренько сделать красивую покрышечку и, ну, не смогла. Что-то мне помешало. Так что я сегодня с этого и начну. Сначала, значит, рисунок покрышки. Что такое? Ну вот так, к примеру, да? Выделим. Так вот, окей. Ну и вот тут потянем вниз немножечко. Вот так, окей. Далее я хочу сразу начать формировать ее, эту покрышку. Ну, вот так, допустим. Окей. Скосы я сделал. Ну а дальше я хочу сейчас. Не нужна она мне вот так. Да. Я возьму сейчас вот эту штуку, превращу ее в треугольничек. Вот так, наверное, хочу сделать. Она неровненько получилась. Сейчас мы ее выровняем. Так. Окей. И потом этот вот треугольничек, я хочу его вот где-то так сделать, да? И вот так, вот так, и вот так вот вырезать. А опять же неровненько, опять. Вот так, окей. Ну и дальше я хотел бы соорудить такую Ctrl-X. Сказать вот сюда еще одну. Перенеси, пожалуйста, вот. Окей. Ну и чтобы нам не помешало это, скажем, S. Вот. Вот этого вчера почему-то не было. И еще раз. О, вчера была вот такая же чухня. Так, вот это я выделил, теперь говорю С. Вот. Окей. Shift. Вот. Ну, теперь все правильно. И говорю ему окей. И Delete. И вот эти курвы вот так убрать. Вот то, что нам нужно, да? Теперь мы поступим следующим образом. Мы возьмем вот этот. Вот такие вот кубики, как у шоколадочки. Отлично. Так, как она выглядит, если что, вот так, да? Поднимем вверх, сейчас вроде все получается.
Подымем ее вверх, вот сюда, вот так, где-то посередине поставим. Хорошо. Окей. Ну и далее, давайте мы возьмем круг. Вот так. И сразу же скажем, что мы бы хотели совершить здесь такую пипу. То есть вот шина, допустим, да? Или боковая часть покрышки. Отлично, окей. Давайте поднимем чуть-чуть. Даже не будем поднимать. А вот так и оставим. Тут главное, ребята, чтобы вот эти вот так оно не заходило за края. Оно точно вписывалось. Только тогда мы будем уверены, что так курву можно убрать, что у нас спаяются эти две вещи. Ну, допустим, вот сейчас мы возьмем экструд. И пипу, да? То есть это узор. Напишем узор. Так. А это пипа, она и есть пипа. Теперь давайте попробуем спаять их. Выделим. Так. Поставим кул. И еще раз теперь. И тоже кул. Окей. Вот, теперь мы видим, что эти две они спаялись. То есть, по идее, произошло то, что нам нужно. Вот теперь опять две. Для чего это сделал? Это была просто проверка. Давайте мы возьмем вот эту, покажем центр. Вот так. Так она. Допустим, да? Главное, чтобы они тоже не пересеклись. Вот эти. Окей. Узор. Ctrl-G. Вот они. Поэтому сейчас это мы и скажем Q, и теперь Solid, еще раз Q, и говорим ОК, ждем. Все. Теперь мы видим, что это одна деталь, да? То, что нам нужно было. Мы сделали прекрасную покрышечку.
И теперь из тех трех наших турчиков можем собирать одно колесо. Но это в следующий раз. Окей?